Всем привет! Мы продолжаем проходить Resident Evil 4! Сука! Короче, всем здорово, я продолжаю проходить Resident Evil 4. Это у нас уже 7-я серия. Извиняюсь за то, что я сейчас полный бред нес. Ну, в общем, начнем, ёпта. Короче, мы вернулись в этот домик. Домик этого продавца-хреновца. И продолжаем дальше... дрокаться по этому миру Resident Evil 4. 7-й серии 1-го сезона, ёпта. Так, забираемся сюда. Так, короче. Сейчас мы должны подраться с одним толстым дрыщом. Зовут Эль Гиганта. За прошлую серию сильно извиняюсь. Я проходил ее ночью, и у меня были там серьезные баги с картой и баги с джойстиком. Так что... Сори! Так, ладно, все, смотрим ролик. Опять же, озвучки никакой не будет. Блин, в этом видео опять никакой озвучки не будет. То в следующем уже она уже точно будет. Так что все. Так, все, смотрим. Знаете, что самое худшее? Что у этого тролля есть батя. Точнее, это батя, а у этого тролля есть дедушка-тролль. Ну, его уже будет побеждать уже Крис из Resident Evil 5. Так. В общем, блин, дедушку-тролля. Ёпта. Да блин, я понял. Давай, кидай свою пипичку. Давай, давай. Так. Короче, нам нужно его тупо завалить. Ё, твою мать! А вот этот самый песик, который нам поможет. Соси попу, блядь, нахуй! Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как больно. А, всё-таки Степан ГТ-то говорил, получается, то есть он, получается, говорил, да? То есть, получается, можно вставить чуть-чуть голос Степана ГТ, только, к сожалению, очень мало. Ну ладно, вставим. И вставим там, где у этого, у озера он, когда говорил, щит тоже вставим. Так, в общем, сначала мы так соединим тебе какашеньки. Так, тупо, короче, сейчас берем, гранату в него бросаем. А, нафиг. Под челюсть тебе приехала. Так, пока он там отвлечен, мы должны собрать тут все сокровища. Опять переполнились домики. Ты этого собирай-то уже. Давай. Давай, батька. Ё-моё, аж просело. Так, я собрал. Ладно, ничего страшного. Так, берем нафиг дробовик. Вот так вот. На, нафиг. На. Да, чего? Я думаю, я сдох. Собираем. Ух ты. Установились патроны, ёпта. Давайте бьем этого Хемаси. Да, все, так, теперь подбегаем к нему быстренько. Хочу надо три раза замочить этого Лас-Плагоса, чтобы он, короче, ушел нафиг. Да блин, да ёпт. Что такое-то? Я думаю, я не вышел. Ну да ладно. О нет. Чуть-чуть-то всего лишь не хватило. Ну да пофиг.
Так, босса сейчас его убьем. На этот раз думаю. Я просто поздно подбежал, из-за этого у меня как бы сварганил. На. Переходим к клавиатуре. Также следим за временем. Я могу сейчас показаться полным дебилом. То, что мочу его с пистолета, ну да пофиг. Не, не взять. О, ой. Как страшно. Боюсь. Так. Бежи! Нас хотят изнасиловать! Ой, ладно. Ай. Отвали от меня, бери. Я боюсь тебя. На, я прям в попку, прям сама ты прям в попку. Ты любишь патрончики в попку? Я люблю. На, прям в попочку тебе. Приехала. Ах ты. На. Давай, забирайся туда. Прям мордасы. Ай, по мордасам. И он нам тоже прям мочил по мордасам. Ну ладно. Да пофиг. А, нафиг. Прям один дробовик прям по челюсти. И прям добиваем. Прям такую сильную силу добиваем. Все, сука, он сдох. Прям, знаете, прям двери живые, да? Когда я победил этого тролля, они прям автоматически открылись. Ну, прям как в сказке. Ну, собственно говоря, и живем в сказке. Ну да ладно. Неважно. Так, прежде чем отправиться вон в ту попочку, мы должны для начала обойти еще раз те места, где мы были. Так. Сохраняться, думаю, не будем, ну нафиг так, только время терять. Быстро, я решил этот момент оставить, опустить, хотел сам его пройти. Но потом передумал. Вот этих я педиков вообще ненавижу, которые с копьями. Прям беру их прям и прямо. Мочу их прям. Так. Это ты что, на меня? На меня попер? На, сука. Прям тебе. Ботинок твой на голову себе натянул, прям как призик. Блин, дайте мне от них хотя бы патроны от пистолета. Мне надоело уже тратить патроны от них. Кстати, мне сейчас просто чисто везет. Ни одного лас-плагаса не попалось. Так, кстати, тут я кое-что забыл. Да, тут я кое-что забыл. Это сбить шпинель. Еще с той части. Ну хорошо, что я сюда вернулся, теперь я это сделаю сейчас. Так что, Пашок, если ты меня, короче, там обзывал, то тогда я уже в этой части все нагнал. Тут, блин, тоже, конечно, сильно дерутся. Сейчас благо в том, что я прохожу утром, поэтому все будет нормально. Блинский. Вот это. Берем его. Нафиг. Ну я говорю, только если вы у вас скилл прокачан, то, конечно, можете близко к ним подходить. А так не советую, особенно на этой сложности. Так, в общем, берем винтовочку. Он мне надоел порядком. Прям навел прям с винтовки. Так, там еще один стоит. Пиндос. Да, я чуть не забыл. Блин,
Стоп, я же, я чё, я не спал, что ли? Вот, стоп, стоп, стоп. Или тут несколько, или я её сбивал, я что-то я не помню, помню я её не сбивал, ну ладно. Ну и тут нет, странно. Может быть я её сбивал, кто его знает. Ну да пофиг, от одной шпинели ничего не будет. Так. Чё, надеюсь, на этот раз я не проиграю тут два раза, как в прошлый раз, в шестой серии. Так, вон ещё один. Гандик стоит. Как же мне бесит в этой игре ночь. В натуре так неудобно, блин. И так нифига ничего не видит. Блин, прям по... прям хедшотом. Сейчас, кстати, будет опять змея. На что лучше надо беречься. Ты ёб... Ну я так и знал, что она меня поцарапает. Вот и где её теперь искать? Блин, тупорылая змея, она уплывает. Мне яйцо нужно. А, четко сбили. Конечно, извиняюсь, что винтовка, но мне просто так для разнообразия. То есть пистолет, пистолет. Хочется же винтовку тоже сбить. Как я уже говорил, тут появляются заново все предметы. Так что лучше тут, конечно, пройти второй раз. Так. Ну, как всегда, в воде лагает. Так, тут опять, конечно, появится гнездо, но там ничего не будет, так что я его уже сбивать сразу же не буду. Так, все, идем дальше. Тут они опять будут резаться. Главное первый раз пройти хорошо, второй раз у вас уже проблем не возникнет по шее. Так, тут опять будет змея. А, нет, это змея. Ну хорошо. Патрончики. Как же я долго вас не видел. Давно. Ну я не понимаю. Ну вот как он... Ну ладно, там ему рыца снесла яйца. Ну вот как он ей змеиные яйца использует? Как? Он же отравится. Там же змеи внутри такие маленькие. Ну ладно, там еще куриные яйца он использует. Там ладно. Это еще ладно. Это нормально. Ну вот змеиные яйца, это как, сука? Ну ладно, сейчас готовим дробовик. Потому что те, кто проходит в момент, те знают, кто там будет. Вот кто! Блин! Я боюсь. Вес я... Вот реально, вот я вот в этой игре вообще больше всего боюсь не Салазара, не Садлера, именно вот этих собак. Особенно, когда они нападают, это самое страшное. Они реально могут с одного укуса, блин, убить, в том плане, если ты не успеешь быстро нажать, ну, влево-вправо, или, ну, как-то нажимать-то, я забыл. Такие, блин, монстры. Ну, все, собственно говоря, возвращаемся обратно. Ну, хотя нет, стоп, еще не обратно. Сейчас, вот, ну, тут уже на лодке поехать не получится, потому что мы на другом конце озера оставили. Так что, просто тут вещи соберем и отправимся обратно. Так, тут нифига ничего нет. Зато тут есть. Или нет? Да, есть. Коробочка, и она, как всегда, пустая. Ну ладно, что поделать. Так, вообще. Берем патроны. Ну да. Давайте мне патроны мне давайте. Так, сохраняемся здесь. Так, пока сохраняется, я проверю, сколько времени прошло. У меня сейчас просто телефон на зарядке стоит. И там секундомер засек. Сейчас пойду проверю. Так, ну что, прошло уже 15 минут. Так, думаю, как раз мы успеем до церкви добежать за 6-7 минут. Ну, да нормально. Продолжаем дальше. Так, не советую стоять около озера, потому что по Шенди, ты знаешь, что может произойти. Так что не стоит. Так. Хотя, может, это, кстати, не произойдет, ведь мы же его уже убили. Ты же до этого стоял, правильно? Хотя мы его не убили, мы просто его, короче. Ну, как бы Леон его убил, но он слишком огромный, он просто его так ранил. Он просто его испугался, потом уплыл. Так. И то бы он сразу уплыл от него, если бы Крюк бы не прицепился к его хвосту.
нафига ему с такой махиной траться, блядь. Только себе дороже. Ну да пофиг вообще на это. Просто возвращаемся обратно. Ептай, продолжаем. Короче, направляемся к церкви. В церкви направляемся. Да, ну, конечно, над водой в этом переиздании поработали, конечно, на ура, так как это заметно тем, что когда я прыгаю в воду, у меня видеокарта чуть отстает и начинает подлагивать, потому что, ну, текстуры новые. Ну, а это значит, что над водой все-таки тут поработали. Как-никак, но поработали. Ну, ты же помнишь тот момент, когда, ну, вот были еще двое ребят, которые кидали петарды, и их надо было еще пригнуться за контейнер, знаешь, вот. Там заходишь, и там в PlayStation 2 версии вообще воды не было. И она была, но она была так плохо проработана, что ее просто не было заметно. Но в этой же версии ее вообще хорошо проработали, и она заметна прям. Ну, конечно, не такая, как GTA 5, но хуже в 100 раз, ну, даже в 1000 раз. Но все равно нормально, хотя бы для этого переиздания. Так, сейчас сохранимся. Еще раз тут. А, заодно что-нибудь сейчас попробуем у него купить, там, продать. Давай, ёпта. Сейчас, что мы тут у тебя будем покупать, продавать. Так, мы ничего не нашли. Так, ну мы только один камень вставили, так что есть смысла продавать. Так, сейчас купим. Да, купим лекарство. Так, и не говори то, что... нафига ты его купил, блин. Я вообще его не покупаю, это мое дело. Кто как хочет, так и выживает в этой игре. Неважно как, главное выжить. Так. И за Краузера тоже не волнуйся, Краузера я пройду. Так. Ну, у нас все проапгрейджено, кроме винтовки. Давайте мы ее проапгрейдим. Кстати, эти апгрейды у нас останутся тогда, когда мы купим уже новые винтовки, новые пистолеты. Но я пистолет... Я из этого всего буду только пистолет только менять. Ой, блин, только винтовку менять. Но на натуре какая-то говнястая. Только винтовку. Пистолет, ружье я оставлю. Ну и еще буду покупать, конечно же, бабочку. Не буду бабочку грейдить до киллера. До киллер 7. А, ну, чтоб честно все было. Ну да, я понимаю, там сложно будет. Но там и можно бабочку прокачать и пройти с бабочкой. Главное просто, когда будут появляться патроны от Магнума, просто их копить до Краузера. Его бы можно было бы из пистолета завалить, но просто это делать очень долго, а там время есть ограничение. Ну, то, да ладно. Ты сам знаешь, мальчик. Я помню, я его завалил на средней сложности, и мы с ним вместе сдохли. Не успели по времени. Так, идем, короче, дальше. Ну все, тут мы все собрали, сам больше уже не вернемся. Ну и, собственно говоря, продавец тоже переместится. Так, ну просто бочонок надо. Все. Возвращаемся. Ну да, тут можно, конечно, вставить чуть Степана ГТ. Я чуть там два слова найду, вставлю. Так. Особенно ее навыки. Так. Вон, кстати говоря, собачки. Так, нужно использовать винтовку. И была бы у меня скорострельная винтовка, все было бы просто офигенно. Ёб твою мать! Спасите меня! Вы видите, как она быстро вообще атакует? Нет. Куда? Ёпта. Ну блин, ну не задолбали, ну пофиг, я. Так, берем их прям. Не, ну если бы у меня была бы скорострельная винтовка, то на это неплохая. Просто у нее минус в том, что она перезаряжается после каждого выстрела. Это... Из-за этого, блин, я и спейлился. Ну а так все нормально. Просто хорошо, что я еще стрелять умею более-менее. Да. Ну и темп, конечно.
Так, посмотрим на время. Секунду, посмотрим на время. Ну все, мальчик, 21:00. Мы направляемся, собственно говоря, в церковь. Так, ну и что будет дальше? Ты узнаешь в следующей серии. Так, сначала вставим этот амулет. Все. Ну что ж, Пашенди, это была у нас 7-я серия. Тут опять же не было таких смешных роликов. Но вот в следующей серии, которая будет 8-я, точно уже будут ролики. Особенно с мистером Хаотиксом и Степаном ГТ, а также с Эшли. Так что жди, пацанёчек. Ну, я, конечно, вставлю там некоторые голоса Степана ГТ, но их мало, но вставлю так чуть-чуть, когда буду видео обрабатывать в Camtasia Studio. Так что, надеюсь, тебе понравилось. Это у нас была 7-я серия 1-го сезона. Мы хорошо начали и хорошо двигаемся, так что все у нас, короче, ну ты понял, за Е и так дальше. Короче, спасибо тебе за просмотр и всем пока! Соси попу, блядь, нахуй! Соси попу, блядь, нахуй!